Дорогие болельщики футбола, болельщики Пюника, наверное, знаете, что сейчас Лиги Европы Пюник выступает достаточно успешно. Мы в первом круге прошли Вардар, очень серьезный соперник, но во втором не менее серьезный соперник Тобол. Да, первая игра была очень непростой, к сожалению, не только на поле, но и за полем. Нам пришлось большие усилия приложить для того, чтобы вся команда смогла собраться. Тем не менее, ребята сыграли очень хорошо, хотя и проиграли, но 2-1 – такой счет, который нам дает надежду на победу в ответной игре и выход в следующий этап. Но сделать это мы сможем только и при поддержке наших болельщиков, только если мы все соберемся, потому что команда серьезная, и вы, наверное, все знаете, что пока за всю историю нашего армянского футбола еще армянские клубы не выходили в третий квалификационный раунд. В этом году, я думаю, есть серьезные шансы, чтобы две наших команды вышли в третий этап. И мы всех ждем вас 31 числа на стадионе имени Вазгена Серксяна, республиканском стадионе в 20:00. Будем все вместе болеть, и я надеюсь радоваться победе нашей команды. Спасибо.